Похоже, Джеймсон выпустил новый эпизод. Интересно, что мой главный фанат думает о победе над Фиском? Это только факты с Джим, Джон и Джеймсоном, где слушатели обсуждают происшествие с лауреатом Пулитцеровской премии дважды. С дважды лауреатом Пулитцеровской премии, бывшим редактором Daily Bugle. Эй, упомяни книгу. И, как всегда, если вы закажете книгу мистера Джеймсона «Человек-паук. Опасность или угроза» в течение суток после эфира, вы получите копию с бесплатным автографом. Без пожеланий. Не просите. Не получите. Добро пожаловать только факты с Джейм, Джон и Джеймсоном. Мы расскажем вам обо всех угрозах нашему городу. Перейдем к звонкам. Говорите. Вы признаете, что Человек-паук заслужил наше доверие за победу над Фиском? В смысле, бандит должен сидеть в тюрьме, правда? Серьезно? А вы скажите мне, кто? Полицейский? Прокурор? А может, признанный журналист с огромным опытом работы, как я? Нет, водопроводчик. О, прекрасно. Тогда чините мой сортир и заткнитесь! Я расскажу вам кое-что о криминальных боссах. Стоит арестовать одного, и каждый пацан с пушкой и золотой цепью на шее решает, что он теперь крестный отец. На улицах начнется война между бандами. По вашему паутиноголовому кретину не все равно? Ошибаетесь. Он телезвезда. И для него это главное. Зато я могу спокойно купить медную трубу без откатов. Так что пока война не началась, я на его стороне. Посмотрим, как вы запоете, когда три новых бандита заставят вас платить втрое больше каждому. Или ноги вам переломают. Всего доброго. Однажды, Джона, однажды ты скажешь про меня что-то хорошее. Уничтожить все! Посмотри вокруг! Это все создал я! А чего в своей жизни добился ты? Ну, однажды я между делом задержал одного напыщенного криминального босса. Если я уйду, весь сброд этого города вылезет на улицы и виноват будешь. Ты славно потрудился, Фист. Мне почти жаль тебя. Это только пролог. Что ж, перейдем к основному действу. За ним! Юрий, взрыв только что... Я видела. Похоже, Фиск тут все заминировал. Я высылаю саперов. Им никто не помешает. Убить его, или босс убьет нас! Только попробуй! Любишь фейерверки? Их у нас больше, чем ты думаешь! Ты уже понял, что это не игрушка? Я попался! Не стоило мешать главарю. Кажется, это все. Чисто, вперед! Эй, вы! Кажется, бомбы входят в план побега Вилли. Похоже, они заперты. Ты иди к ним, мы найдем бомбы. На помощь! Кто-нибудь! Последний... Все на выход! Всем покинуть здание! Я их найду. Человек-паук! Не вылезти! Мы застряли! Я подниму. Освободитесь, выбирайтесь. Помогайте тем, кто ранен. Ясно? Ну, вперед! Спасибо! Получилось! Идем! Уилли,
уже на подходе. Человек-паук, это Юрий. Как там, капитан? Могло быть лучше. Наши вертолеты потрепали, пришлось их увести. Если за Фиском прилетит вертолет, ему никто не помешает. И если улетит, догонять будет некому. Почему у меня такое чувство, что он спланировал все заранее? Это на него похоже. Черт! Юрий, врачей сюда! Срочно! Попытаюсь. Сейчас будет больно. Пристрелите его наконец. Побаловался и хватит. Еще ракеты? Это уж слишком, нет? Попадитесь. Что? Сегодня что, день ракетчика? Ну и как бы саперы смогли здесь пройти? Он здесь! За ним! Спокойно! У меня на всех хватит! Где тут есть еще? Должны быть где-то впереди. Надеюсь, они живы. Вы в порядке? Мы как раз хотели звать подмогу. Так это я? Ты вперед! Мы пойдем за тобой. Эй, босс! Спали с Фиском? А, у меня слишком богатое воображение. Итак, ваш план не сработал. А теперь план Б. Получить по мордасам. Не пускайте его в Юрий, похоже, кое-кто из ваших работал на Фиска. К счастью, это была последняя линия обороны Уилли. Я у входа в кабинет. Задержи его. Быстро. С радостью.